Сотрудниками Межмуниципального управления МВД России Мытищинская проведено профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам рейда в двух магазинах, расположенных на территории Мытищ, выявлены факты реализации алкогольной продукции в неустановленное время, проще говоря, после 23 часов. Кроме того, у продавца отсутствовали документы, разрешающие продажу крепкого спиртного. Из незаконного оборота изъято и передано хранение уполномоченной организации более 200 бутылок алкогольной продукции. За допущенные нарушения владельцы магазина привлечены к административной ответственности по статьям 14.1 и статье 14.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения лицензии и нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Санкции статей, предъявляемых нарушителям, предусматривают наказание в виде наложения административных штрафов в размере 10 и 2,5 тысяч рублей соответственно.